И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. Так, на балансе у меня 6 тысяч, вчерашние 6 косариков, которые вот надо все-таки приподнять, все-таки я пытаюсь это сделать, пока ничего у меня с этого не получается. Так, залетаю я, наверное, все-таки я пробую кристалл, попробую я немножечко, может что-нибудь стрельнет. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. Так, 800 рублей, x8 сразу. Неплохо, но, блин, x9 уже 970. И, как всегда, вот начал... Пошли заносы с самого начала, когда играешь по минималке. И теперь вот просто вот я теряюсь. 650, смотрите, какие офигенные просто заносы. По косарю тут можно было нормально пособирать. Вот 310. Уже у меня плюс косарь. На балике. Так, я теперь попробую пусть понемножечко посливать. Хотя, в принципе, это может быть, конечно же, и замануха. Но сейчас проверим. Проверю. Вот снова x5. x6 уже. Да, кристалл. Сейчас даже вот не знаю, в какой момент мне подымать ставочку, увеличивать. Поставить бы вот сразу на косарик и 7 раз. Интересно, что из этого получится. Сейчас пусть вот немножечко... Вот не сливает он по соточке, он не сливает. Вот прям вот реально заманухи пуляет. Так. Теперь я попробую перерисовать нолик. Добавить нолик и по косарику сходить. И 10 косарей выигрываю, ребят. Смотрите, что x10, x13. Это просто офигеть. Это просто офигеть. У меня 19410 на балансе. Охренеть. Вот за предыдущий день. Так, я убираю сейчас нолик и по соточке залетаю. Вот не повезло, пошел слив. Что дальше даст кристалл? Смотрите, жрать начал немерено. Вот 360. 360 x3. Там с небольшим. Снова 30. 700. 700 рублей. Да, по косарю бы я сейчас отлично бы поднялась. Заносы нехилые такие. Так, до двадцатника, до 20к я поднимусь или нет? 230. 230, ну чуть-чуть совсем до двадцаточки. 490, да, я дошла до двадцаточки. Просто прекрасно. 2170, да, нет, я попробую еще. Попробую, и 530 еще падает. Кристалл расшевелился, не зря я сюда зашла. Прям вот не хотела, но что-то вот так вот меня дернуло. Посидеть тут. Попытать счастье, вернее, тут. Ой, блин, я уже за двадцатник. Ну ладно, я думаю, я догоню этот двадцатник. Соберу его все-таки. Да, правильно получилось. Отлично, кристалл. Хорошая, хорошая выдача. Прям такая неплохая. еще 400 рублей. Но повышать я не буду, ибо боюсь, что как бы сольюсь. Что-то я какое-то, у меня доверия особо нету к кристаллу в последнее время. Все-таки я просто понемножку, по чуть-чуть, может быть, еще чего-нибудь я насобираю интересного. Не повезло. Так, 200, да, 200 рублей, 20-200. Ну, два разика еще. Ну и последний раз. И косарь еще падает. Еще раз x10, ребят. Это просто-просто класс. Так, 21-80. Ну что, я заканчиваю на этом.
стопнусь, а то боюсь сейчас не удержаться, поднять ставку и сольюсь. Ну что, неплохо, кристалл начал выдавать вроде бы как. Всех благодарю за просмотр. Всем пока, удачи в играх, увидимся.